проведем вам экскурсию по нашему очень интересному зданию, где находилась дискотека, называлась «Каракатица». И также было два бильярдных зала. Только теперь это здание выглядит совсем не так, как тогда. Вот. А то, что будет внутри, мы вам покажем. Кто-то разбил стекло, решил нам, походу, пожить. Мы сейчас находимся в МО, прямо внутри. Бывшая дискотека «Каракатица». Да, смотри, какие здесь рисуночки прикольненькие. Круто. О, заходи, я тебе понравится. Ничего себе. Диванчик, можно прилечь, отдохнуть, если устал сильно. Сильно прям устал. Прям сильно. Здесь жить можно вообще. Это предлагает просто здесь жить. Записывайте номер, пока я снимаю. Диванческий, смотри, какой диван. Прикольно вообще. Что-то там.
ты, да, ля. Это где панорамная Ялта.